Подписываем на социальную группу ВКонтакте, она именуется 14 июля, то есть красок, он у нас в недавно.
Это первое действие. Второе действие. Вы должны будете поставить лайк под закрепленным постом. Пост начинается со слов «Самый яркий день» уже фестиваль «Трассер». Сейчас там около 29 лайков. Это самое первое, которое закреплено. Увидели, да? Что нужно будет делать? Нужно будет подписываться, поставить лайк, ребятки, и написать любой комментарий. Мы вместе с вами будем потом определять, кто же выбрал у нас. Чисто рандомно это сделаем сегодня, буквально через 15 минут. Еще раз, нужно будет подписываться официально нашу группу ВКонтакте, лайкать запись, которая закреплена, которая начинается со слов «Самый яркий день уже», и вот этим постом написать в комментариях любое слово, либо имя, либо смайлик, все что угодно, друзья. И через 15 минут мы будем выявлять победителей. Поехали! Подписываем официальную группу ВКонтакте, поставить лайк, закрепленный посол.
Афгану. Не в парке Горького, а именно в нашей группе, окей? Это парень! Артемий! Есть такой?
Это ты? Да, поднимайся сюда, поднимайся, поднимайся, поднимайся. Сейчас проверим. Сейчас будем проверять. Артемий не будет, все запомнили. Я вам покажу, что это ты действительно. Доставай ее, скажи у нас свою страничку. Будем проверять сейчас, ты подписан вообще на официальную группу ВКонтакте или нет. Артемий не будет, отлично. Теперь покажи, пожалуйста, подписан ли ты на официальную группу ВКонтакте нашу. Не подписан, вот так вот, друзья, да? Вот так вот, к сожалению, ты понимаешь, да? Мы не засчитаем тебе. Погнали дальше, ты крутишь, а ты останавливаешь. Себя, конечно же, не ищет, давай, поехали вот сюда. Останавливай. Отлично. Девушка, Елена зовут. Есть Елена? Фамилия Ениевская. Она поставила просто большой палец. Есть Елена? Где? Это вы? Серьезно? Поднимайте, сейчас будем проверять тогда. Ребенок, там где телефон, нужно показать, что действительно это вы. Что это вы, что вы подписаны. Давайте, давайте скорее. А вы постеснялись, да, сюда подняться немножечко? Давайте так говорим. Елена Емельская, да? Нет, вы мне покажите, что вы Елена, действительно. Так, Елена, точно, и вы подписаны. Друзья, давайте поаплодируем этой девушке прекрасной. А что так мало аплодисментов, да? Комментарии мы вам отдаем. Девчонки, вам тоже большое спасибо, что мне помогли. И для аплодисменты всем вам. Можно спускаться, в принципе, со сцены. У меня к вам единственный вопрос, друзья. Продолжаем дальше. Будем много танцевать еще сегодня. Это максимально. Так, поехали. Yeah.
в самом разгаре. Я не знаю, где ты.
сегодняшнего мероприятия. Именно там я небольшой отчет. Если вы сегодня сделали какие-то снимки, видео, то тоже крепим в комментарии, обмениваемся и знакомимся. Все наверняка из вас знают, что всегда у нас этим конкурсом проводим такую вот небольшую.
большую штуку. Помоги, пожалуйста, мне раздать туда дальше. Все в курсе, что это такое, да? Отлично. Ну и оставь себе. Нужно сейчас первое действие такое сделать. Открыть, раскрыть его. Но не порвать. Друзья, кто знает, что они будут делать? И все всегда знают, что моя рука опускается туда ниже. Я задаю тебе вопрос, как ты думаешь, я смогу оттуда достать? Может быть, кролик, а может быть, какой-нибудь подарок. Как ты думаешь? Если захотеть, ну давай. К примеру, я захотел, доставай. Или нет, ну да? Ладно, хорошо. Друзья, так вот, это было просто так, чтобы вы немножечко расслабились, и я вам рассказал условия этого конкурса. Они просто в курсе все, а вы до сих пор нет, да? Поэтому сейчас будем распечатывать этот конкурс, будем рассказывать, делать прикольные вещи. Итак, не знаю, как вы, но мы точно за чистый город. Поэтому мы краску выбрасываем наверх, а пакеты мы выбрасывали куда? Правильно, вниз. И очень много пооставляли их на нашем с вами любимой площадке в парке Горького. Ваша задача очень будет проста. Вам нужно будет собрать все то, что лежит на том месте, скажем так. И потом я вас по сигналу буду возвращать. Но все те, кто находится сейчас не на сцене, а внизу, по-любому вам будут помогать. Это мои все помощники, они всегда помогают. Вы за поможем нашим участникам? Да? За чистый город все! Отлично, даем обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Спускаемся, собираем, и я вас возвращаю.
ящик и сел за баран. Друзья, ну конечно же, мы вместе с вами сегодня без изменений нашим традициям, как всегда.
звучит последняя музыкальная композиция на сегодняшний приятный вечер. Это был фестиваль красок, друзья. Давайте поаплодируем опять-таки центру продажи краска. Дадим аплодисменты нашим волонтерам, тому парню, который находится всегда за моей спиной, не жая кому. Ну и, в принципе, и Сергей, если хотите, меня зовут Стас Бегли, друзья. До скорой встречи! Спасибо за просмотр.